участие в интернет-олимпиаде на урок. Дорогие друзья, как приятно плыть на этом корабле, когда мы видим, что куда бы ни плыл этот корабль, он всегда находит все самое лучшее для него. Я желаю, чтобы новый учебный год у вас был еще лучше, чем этот, чтобы все, что вы могли бы достичь, хорошее для себя, прежде всего, для школы, для нашего славного города, для Украины, чтобы все это было достигнуто вашим умом, вашим сердцем и вашими руками. Поздравляю! Нас всех с праздником! Всего вам самого-самого блестящего! Просто невероятно! Это такое чувство, что вся жизнь перевернулась. Вот мы уже выпускницы. Знаешь, куда будешь поступать? Да, конечно, знаю. В Агаса. А? Это Одесское архитектурное училище. Как выбирала профессию? По специальности я рисую, это для меня это все. Зі школою важко прощатися? Да. Скучаешь, больше не увидишь своих одноклассников, учителей, больше не сядешь за эти парты. Поэтому... До выпускного готова уже? Да, конечно. Платье, косметика, все уже подготовилось, туфли, все купили уже, все. Добрые вечера. Хороший. Да нету ничего такого. Ну как бы типа последний звонок, и конечно жалко, что мы уходим с этой школы. И останутся хорошие воспоминания у нас. Ну а сейчас мы готовимся все к зачетам, к ЗНО. Так что так. Профессию уже убрал, куда будешь поступать? Пока еще нет. Да, пока еще думаю. Ну я пока еще думаю. Варианты есть? Да, либо в Харьков на спортивный, либо в детский. На моряках. Не знаю, каждый год, когда выпускаешь класс, так волнуешься и так хочется, чтобы у них все сложилось в жизни, чтобы они были достойными представителями нашей страны, чтобы они поступили в вуз прежде всего, чтобы они организовали свои семьи, чтобы у них в жизни было все хорошо. Сколько классов уже выпустили? 4. Это 4-й класс, да. Чего-то бажаете им особисто? Была какая-то разговор перед последним звоном? Конечно, конечно же. Мы сейчас еще будем встречаться. Мы уже договорились с ними, что встретимся после последнего звонка, после выпускного. Ну и, конечно же, через год. И дети каждый год приезжают. Yeah.
абсолютно согласна с главным тезисом, который сегодня заявили наши ученики. Мы новое поколение. И это действительно так. Я уверена, всем взрослые, кто присутствовали, сравнивали, вспоминали и понимают, это абсолютно другие дети, новые дети. И хорошо, что мы тоже меняемся, под их влиянием мы тоже меняемся. И сегодняшний праздник этому доказательство. У нас действительно очень много победителей из года в год, каждый год такое количество, даже больше бывает, когда меньше, но в принципе мы всегда очень стабильны. Здесь говорилось о городских победах, областных и всеукраинских. У нас 2 золотых медалиста. И я очень надеюсь, что они подтвердят свой высокий уровень. Это Надя Выговская и Паша Хвалыгин, которые давали сегодня последний звонок. Належить до нашого керівника. Я можу сказати дуже велике дякую, спасибі за все, що вона для нас зробила. Репетиції наші були просто вау, купа адреналіну, позитивних емоцій. І виступ хочеться ще. Погодилися з легкістю чи прийшло так якось? З легкістю. Тому що це все, що ми робимо в кайф для наших дітей, для того, щоб відчувати мить і насолоджуватися нею. Сьогодні для вас щасливий день, бо закінчується навчальний рік, чи трохи теж можливо сумний? Наша папа. Щасливий день. Все, що робиться, все на краще. Одна ступінь позаду, що рухаємося вперед тепер. Ідея виникла спонтанно. Я услышала эту песню, и я поняла, что это будут петь мамы разной возрастной категории выпускников начальной школы 9 классов и 11 классов. Так как они сегодня впервые у нас все выходили выпускники танцевать на поле, и мамы их, естественно, собрались и поздравили их с этим праздником. Свои желания, воспоминания, ожидания, все то, чем в эти годы жили, в шары воздушные выпускники вложили, и пусть летят под облака. Мы не прощаемся, а говорим вам лишь пока. Ребята, загадайте желание. Раз, два, отпускайте шары в небо.